Небольшим, но все-таки повышением закончила торги понедельника биржа Франкфурта. Это стало своего рода подарком к 25-му дню рождения DAX – базового индекса немецкой фондовой площадки. Остальные рынки акций Европы тоже закрылись на подъеме. Мадрид, Лиссабон и Милан прибавили более 1,5%. Главная новость пришла из Америки, где рост производственной активности в июне вырос больше, чем ожидалось. Евро стабилизировался выше отметки в $1.30. Нефть в течение дня дорожала на новостях из Египта. Трейдеры опасаются разрастания протестов в беспорядке, что может создать угрозу поставкам топлива с Ближнего Востока. Баррель европейской нефти Brent торговался по $103. Российские фондовые площадки, благодаря растущей Европе и дорожающей нефти, закончили день в плюсе.